новая часть Майнкрафта для нубов. Элмехагмар! Это тут еще при чем? Как вы заметили, сериал претерпел изменения касательно текстурпака и моего голоса. Не торт, но реально хуже. А бред молоть, на этот раз я буду про приключенческое обновление и захватывающее дух огородство. Да! Залепи свое дуло. Что ж, стартуем. Какое прекрасное утро. Доброе утро, майнкрафтовский... А! Ядрёный... Итак, мир, которым ты живешь, обновился до 4-го пререлиза версии бета 1.9. Как балалайкой по ведру, я пытаюсь предупредить тебя о введении системы голода и линии твоих жизненных ошибок. Короче, жрать теперь охота. Ладно, попробуй найти что-нибудь съедобного. Nope. Nope. Есть успехи. Да по складкам прочел. Если хочешь, я научу тебя выращивать местный кукиш. Но мне это не интересно. Лучше я покажу тебе, как делать стеклянные панели. Крафтятся они как забор, только из кубиков стекла. Теперь иди и замени свое старье. Дебил! Ты бы еще из перьев дом построил! Перестрой его или живи на дереве! Слава ночью! Я думал, ты всерьез из перьев сделаешь это. Ладно, настало время грязной работенки. Для начала мы должны набрать семян пшеницы из травы. Да, звучит странно, но скажи спасибо, что не у курицы с глоток. К нам спешит на помощь лучший друг колхозника. Мотыга значит грядка. Слыхал? Ночь изобрел калитки. Четко. Теперь расчеши грядку своей мотыгой. Засаживай. Мне что теперь колдовать? Нет, сиди, жди. Вот это динамичный геймплей, а? Какой накал страстей, сколько тревоги, и в итоге нифига. Вот он, кукиш-то. Впрочем, вместо того, чтобы ждать у моря погоды, лучше вырастить тыкву. И да, обновление тыквы. Тыквы можно выращивать. Чтобы вырастить тыкву, нужны тыквы. Есть тыквы, тыквенная ты башка. Одна тыква даст тебе 4 семя тыквы, чтобы выращивать тыкву, тыкву и еще раз тыкву. Ничего? Догадайся, друг мой. Ума не приложу. Соберем тростник. Тростник нам нужен, чтобы подтирать сопли бумажкой или хотя бы писать этот долбанный сценарий. Чокнутый и бессмысленный. Ой, какая идиллия! Я сейчас растаю. С добрым утром, лежежоп, бока. Думаю, сейчас-то можно ферму проверить. У меня у самого на бороде пошли ростки, пока я ждал. Сделай это с любовью. И сейчас, будучи с голоду одной ногой в истории, мы затворим наконец-то этот хлеб прямо из соломы. Что ж ты вызубрил основы фермерства? Ты одолел терпение, наркозависимость и депрессию с каким-то кустом. Но есть еще кое-что, что можно выращивать. Зверей! Для начала мы сделаем зоопарк, где будем их содержать и убирать какашки. С местной Кавказской горы похитить две овцы. Теперь пшено. Мало того, что веником их можно воспитать, так еще и разводить.
Только посмотри на это ничтожество. Теперь накорми их и зацени прикол. А знаешь, кто еще разводил животных? Твоя мамка! И на этой тупой попытке пошутить мы заканчиваем эту психоделию. До свидания, дорогие ребята!